Приветствую вас. Вообще говоря, знаете, я думаю, что первое необходимое это получить диагноз, что у вас пострадала депрессия, и, соответственно, если у вас есть этот диагноз, то нужно вам пройти лечение, в том числе медикаментозное, в том числе возможно, физическое воздействие на ваш организм, потому что, может быть, после родов что-то изменилось и так далее. Вот, это первое. Потому что то, что вы говорите, ну, несколько противоречит друг другу. То есть вы говорите, после родовой депрессии, возьми себя в руки и так далее. Так, а как, если, как бы, после родовой депрессии, как раз-таки она это все исключает. Вот. Это первое. Второй момент. Есть некоторые нюансы, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Ну, во-первых, то, что вы познакомились с мужем, очень быстро захотели завести детей, ребенка в том числе. Скорость этого, довольно быстро, как мне показалось, вы начали с мужем вместе жить тоже. Вот. Столь стремительное развитие отношений, ну, вызывает, мягко говоря, вопросы, мягко говоря, вызывает вопросы ваша ориентированность, мягко говоря, вызывает вопросы вектор вашей жизни, потому что, ну, вот, были вы, к примеру, бизнесменом, ну, не бизнесменом, а бизнес-леди, наверное, правильно бы сказать, да, или бизнес-вумен, вот. Вы занимались бизнесом и достаточно быстро, получается, вы стали мамой и сразу все распродали. То есть вам бизнес не интересен был. И ребенок важнее бизнеса оказался здесь. Вот тоже вопрос, почему. Да, то есть чисто внешне выглядит все так, что в ребенке вы увидели больший смысл, чем в бизнесе ранее, но при этом сейчас вы и в ребенке потеряли смысл. Вот. Потому что у вас его не было до этого. А в ребенка вы вкладывали вот что-то, ну такое вот, что-то свое, да, что он должен был вам дать, а он не дал. И в итоге вы остались ни с чем. Собственно, отсюда и потеря смысла жизни. Вот. Вероятно, здесь дело и в другом, в том, что вы считаете себя должной, что вы предъявляете себе требования, что должны быть хорошей матерью, а чувствуете, что не справляетесь. Вот, здесь вопрос требований к себе. Это вопрос, конечно, еще и безопасности, то, что связано с сексом, и вопрос умения переключаться, то есть умение отдыхать, умение направлять свое внимание на что-то другое. Если вы этого не можете или у вас нет возможности, это тоже необходимо корректировать. Необходимо понять, что является первопричиной. Именно поэтому так важно диагноз получить и лечение, и, вот, или наоборот, убедиться в том, что диагноза нет и проблема чисто психологическая, тогда уже решать ее непосредственно со специалистом, вот. Можно даже здесь, на сайте. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, вам и вашему ребенку, вашей семье. Надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом.